27 января – день полного освобождения Ленинграда. 71 год назад блокадное кольцо вокруг города на Неве было окончательно разорвано. Сегодня в Новочебоксарске в честь этого события и в память о других героических страницах Великой Отечественной зажгли вечный огонь. Чаша вечного огня на Аллее Славы в Новочебоксарске появилась давно, но зажигали ее только по большим праздникам, в День Победы. Отныне огонь будет гореть постоянно. И решение было принято, что этот огонь, огонь памяти, памяти тех героических, славных подвигов наших дедов и отцов, останется всегда гореть, и он больше никогда не потухнет. Все меньше становится ветеранов тех героических событий. Но память о наших героях, кто защитил свободу и независимость нашей Родины, она из поколения в поколение будет оставаться в сердцах нашего народа. Из 3 миллионов жителей до освобождения дотянули 1 200 000 человек. Остальные умерли от голода, холода, болезней и бомбежек. Но ленинградская блокада – лишь одна из славных и трагических страниц нашей истории. В течение 4 военных лет каждую минуту переставало биться 10 сердец. Свет, померкнувший для них, вспыхивает вновь в отблесках вечного огня. Я наплакалась, конечно. У нас в семье тоже погибшие. В общем, и папа, и брат его. Ну, в общем, мы тоже пострадали. Ложатся к вечному огню цветы в память о тех, кто отдал свою молодость, свои мечты, свою жизнь за нас. Мы перед ними в ответе. За Родину, за мир, за будущее наших детей. Мы не забудем никогда героизм нашего народа. Мы не забудем никогда павших наших дедов, прадедов, которые отдали жизни не только в защите нашей Родины, а освобождение Европы. Сегодня попытки наглых фашистов, вновь поднимающих голову, типа Яценюка и министра иностранных дел Польши, которым наглым образом врут и пытаются навязать молодежи те факты, которые якобы Советский Союз напал на Украину, на Германию, такую чушь несут, что противно слушать. А мы должны молодежи, и молодежь сама, она все понимает, вот когда будет у нас эти огни гореть и не дадут забыться о нашем подвиге, о нашей истории. Мы уверены, что у нас молодежь понятлива и будут продолжать традиции. Есть вещи, которые не нужно объяснять. И одна из них – вечный огонь, который теперь горит и в Новочебоксарске. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика.